за святую Русь помолюсь. У нас были сады. Я вернулся в биологии. Вот она, 8 класс. Это свежий учебник. Помните, я вам показывал учебник, по которому учились наши дети, а сам я учился по учебнику, по которому учились мы, деды, те, кто сейчас пришли в разряд дедов. Вот так вот. И вот он, свежий учебник. И я дошел до этого места. Да, я это... Мне ЖК сказали. Ты помните этих Тимирязева? Ты какой-то металлург. Вы какой-то металлург. Куда вы лезете? Вот. Я прохожу самообучение. Вот. Я сейчас знаю на уровне, ну, может быть, уже выпускника академии. Может быть, так. И вот я дошел до этого момента, я был в ужасе. Я не мог понять, как это случилось. Это 19 век, да? Вот. Начало 20 века. Один из наших гениев, Сечина. Я не мог понять, как случилось, что вот это произошло в не самой плохой стране, вот эта страшная революция, начали взрывать церкви и тысячами расстреливать людей в рясах. Миллионы просто людей, а заодно и тысячи людей в рясах. Я не говорю, что Сечина виноват. Вот посмотрите, я бы ни за что эту тему и не эту фотографию не нашел бы вот с этим, с отцом Алексеем. Вот. И не вспомнил бы лишний раз про детей, я уже вам про них говорил. Содержание книги ясно приводило к выводам об отсутствии у человека бессмертной души. Но это ладно, он один человек, могло эту книгу прочитать, ну, какое-то количество людей. И благополучно забыть, да иди-ка это, потому что это очень спорно, что у человека нет души, а она, кстати, есть. Прогрессивно мыслящая часть общества встретила книгу Сеченова восторженно. Это знаете, это прогрессивное общество, это те, которые потом взяли, одели кожанки, грамотные, умные. Ну, не совсем умные. Не верили в то, что они, расстреляв миллион человек, 100 миллионам принесут счастье. Понимаете, еще раз, расстреляв миллион человек, 100 миллионам принесут счастье. Вот. Вот такие вещи, когда это было внушено, что нет души, привело к тому, что привело. Вы знаете, почему я еще раз говорю, какой я сейчас вывод приведу? Вот. Наверное, это Сеченов, это Россия. Почему мы отстали от Запада? От тех стран, где то же самое Христос, только его по-другому. Его просто по-другому трактовали. Вот именно это слово трактовали. Вот. И в самые страшные времена, когда шли войны, и даже войны шли гражданские, они свои костелы не взрывали. Понимаете? А когда мы истребили самое лучшее, самое, помните, мы все перечисляли купцов, вот, учителей, врачей, все, что маленько соображало, потому что они были опасны. Многие продолжали верить в Бога. Вот так и получилось. И до сих пор не можем выкарабкаться. До сих пор мы не выкарабкались. Мы у самой опасной черты находимся. Развала, потому что у нас нету цемента, чтобы скрепить наше общество. Нету. Большинство людей из-за этого так случилось, что вначале нет души, потом гражданские войны, потом уничтожение всего, как принято говорить, этого самого передового и так далее. Отстали страшно, отстали на всю жизнь, на все жизни. Не, попробуйте вы людей сейчас призвать, у которого ребенка кормить нечем. Он тут же вас пошлет нахрен. И самое близкое время, когда он возьмет в руки, если не ружье, ружья не будет, то возьмет это. Кто вилла, а кто этот самый булыжник, оружие пролетариата, помните? И для чего я все это говорю? Нет ли выхода? Да есть выход. Всего-то нужна то, чего богословы, они пытались внедрить в школы, вот ту самую религию. У них ничего не получилось.
Вот. Ну, понятно, потому что раз Бога нет, чего ее туда в школу-то пихать? Тем более, что сама религия, как учение, она такая же бездоказательная, что Бога есть, как и те, которые говорят, Бога нет, как и здесь. Отсутствие всякой бессмертной души. Где я видел это? Откуда ты знаешь? От того, что он брал эту самую иголку или током лапу лягушки трогал. И получается, мы по такому принципу живем. Кто-то нас тронул, мы дернулись. Один раз ногой дернулись, другой раз схватил булыжник, третий раз ружье, а то и атомную бомбу. Я к чему все это говорю? Нам в школе, подвожу к этому самому, простите меня за этот короткий репортаж, за это эссе. Нам в школе нужно проходить, должна проходить история религии. Все, что связано по полезное. Еще раз, еще несколько минут. Вот. Потом, сами понимаете, пойдет нормальный разговор, мы будем видеть, почему убивают деревья, как их не надо убивать, как надо спасать. Все это мы видим. Сейчас я что хочу сказать. Когда-то начиналось с того, что была древняя Евангелие. Оно было создано для людей, которых вели такое полускотское существование. Когда человеческая кровь была как водица, есть такое выражение. Кровь как водица. Вот. А там через каждую страницу было одно. Чуть что не так, гореть тебе, Евгения Огненная. Чуть что не так, гореть. Хотя бы какие-то рамки вставляли людей. Это никому не нравилось. Как убивали, так убивали. Вот. Появился Христос, появилось христианство. Так. Оно было уже для более, назовем его гуманным. Более. И оно отменило убийство, воровство и прочее, и прочее. Пыталось отменить. Вот. И вы представляете, с какой вот это вот, оно было как путы. Проходили страшные, подлые люди воспользовались все, брали оттуда то, что им надо было. Да? Кровь за кровь и это самое. Добро должно быть с кулаками. И убивали, убивали миллионы людей, при этом якобы крестясь, и при этом я вознося хвалу этому Богу. Все это понятно было для чего. И нам, уж когда вот такие вот появились наука, Дарвин, а вот еще Сеченов и так далее, когда людей внушили, что нету никакой души, что мы все эти самые обезьяны, только у нас в какой-то момент вдруг отвалился хвост. Вот были обезьяны, потом раз, хвоста не стало. И вот это вот круши, убивай, все, все можно. Назови вот это, этих самых же врагами и расстреливай. Это можно было представить в себе, что костелы эти, религиозные дома работали, люди их набивали так же, молились, а потом концлагеря, а потом целый народ решили отправить на тот свет и миллионами убивали, 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 убивали. Вот. Только потому, что это было удобно и можно было их ограбить заодно. Почему? Бога нет. Нет, они не, это, точно знали, что Бога нет. Это было просто использование. И вот придут в школу однажды новые министры. Эти ни на что не годны уже. Я помните, когда ура, новый министр, а вдруг? Ни хрена, нет этого и не будет. Вдруг. Нет и не будет. Совершенно новый человек. Из нашей, как это самое. Совершенно из другого мира. И этот человек скажет, в основе нравственности, в основе новой нет ни религии, ни религии, а мироздание, миропознание должно лежать история религии, история атеизма, так, и объяснение детям, вот этим детям, что, пожалуйста, ваши родители вам говорят, Бога нет, нет, те приводят вас сюда, Бог есть, есть, но мы, школа, мы вас подводим к тому, что вы 100 раз подумайте, прежде чем сесть за штурвал самолета и бомбить кварталы в 21 веке, вот, убивая женщин, детей, стариков. Вот. Как? Да очень просто. Одно дело просто было объяснить, что Бога нет, вот этими вот примитивными примерами. А мои примеры?
Представляете, какая биология должна быть? Вот не это, нет, не это. Вот. Я вам уже, мне неудобно, я вам это все пока я показывал фотографии, паутину, которую делает паук. Какая паутина? Это искусство абсолютнейшее. Это абсолютные геометрические пропорции. Это когда вот так вот и вот так вот. И я представил себе, я поначалу Дарвину верил, как отцу родному. Я представил себе, как первый паук, ему нужно кушать, и он должен паутину сплести, чтобы туда муха попала, иначе он с голоду сдохнет. Он сам является этим жратвой, в свою очередь. И вот он, наконец, с каким-то чудом, где-то в какой-то атавизм, у него паутинка начала из брюшка выступать. Ну, а дальше-то что? Как она стала геометрической? Где вот это вот постепенное, как это называется, когда постепенно идет изменение, изменение, то, что мы называем это приспособлением к среде. Представили себе? Я уже с тех пор, как я увидел эту паутину случайно, я их видел в своей жизни тысячи, весь лет им, или лес ими опутан, вся тайга. Но когда я увидел эту красоту, а потом я увидел еще и художественную вышивку на ней, такое впечатление, что они еще и это, как ковры шьют. Художественная вышивка на ней, я вам все это показывал. Я, какой Дарвин, к чертовой матери, уже хотелось другое слово применить. Какой матери? Вот. А потом я подхожу к муравейнику. Хорошо, что сейчас мы слепые котята, но нас специально, ведь это же, чтобы муравейник не тронули, нужно объяснить, что это за цивилизация разумнейшая настолько, что завидовать им надо. Приходит весна, вот, выползает с холодного муравейника. Берут тысячи камушков и покрывает муравейник черными камнями. И каждый знает, что это надо делать. Это невозможно. Нам объясняли, что они простые, как 5 копеек. Идет по феромонному следу, значит, там это. Там пища. Дальше этого наука не пошла. И вот муравейник черными камнями нагревается солнцем. Мы когда белим с дуру подчеркиваю, деревья, мы этого не знаем, потому что в школе-то надо с этого. Мы знаем, что солнечный свет отбивается белым, солнечные лучи отбиваются белым светом. А дальше-то этого-то. А приведите пример. И вот он покрыт черными камнями, так, и муравейник нагрелся. А потом начинается жара. И они все эти уносят, эти тысячи камушков, тысячи, разумно, и приносят белые камни, и покрывают белыми камнями. Вот теперь там комфортно, потому что он перестает перегреваться. И я когда думаю, жизнь каждого муравья, простого, как есть такое выражение, 5 копеек, я думаю, при чем тут Бог? И при чем тут, нет, не так, при чем тут атеизм, при чем тут Дарвин? Когда-то появились первые такие вот еще с этими самыми маленькие-маленькие такие существа. А впереди огромная работа по созданию огромного муравейника, целая фабрика, целое это. Родильное отделение. Там это невероятно. Ну, у нас даже можно сравнить не с нашим домом, мы только живем. Это такое многофункциональное такое дело. И тогда только до меня дошло. Внешнее управление. Каждый из них не может сообразить. Каждый из них получает команду, потому что он побежит куда-нибудь в другую сторону. Вот. И в целом это получается разумная деятельность. Как это может без Бога-то? Ну, какой к черту Дарвин? Ну, я уже кричу почти. Какой нахрен? Вот. А как через это, сотни, через тысячи километров уплывает, возвращается обратно в ту же самую речку, в ту же самую маленькую речушку, там, шириной 3 метра и вот такой глубиной, проплыв тысячи километров? Как они, откуда они это знают? Гуси пролетают каждый раз тысячи километров. Откуда они знают, куда лететь? Теперь вы уже слова мне сейчас скажете. Внешнее управление. Правильно, внешнее управление. Мы смотрим на эту самую... Сейчас, одну секунду. Вот.
Я уже не буду про самоотверженность, когда любая дикая спасает этих самых своих детей. Какая к черту самосохранение, сила самосохранения? Ну, когда я посмотрел фильм про бобров, десятки, сотни тысяч бобров, огромную территорию из тысяч, тысяч гектаров перекрывает реки специальными. Не просто где-то один бобер, вот у нас где-то недалеко бобер завелся. Перекрывают ручьи, получается тысячи озер с рыбой, которыми они питаются. Вот. Показывают, как они делают этот типа цемента, и навалив, они же не могут деревья перекрыть вот так. Каждое дерево до миллиметра вымерено, и все равно щели остаются, как они заделают каждую щель. Это же разумная работа. Но сам по себе, откуда он знает? Мы же говорим, что это инстинкт. Вот, Сечина. Посмотрите туда. Вот откуда знают. И вот когда все это детям рассказать, и сказать, дети, мир настолько сложен, я уж не говорю про молекулы ДНК, это вообще что-то невероятное, невидимое. Это такое сверх... Заметьте слово, применил слово сверх. Такое сверхразум. Потому что как она может управляться, как, что создается в одном случае тигр, в другом случае этот самый, а в третьем случае Сечина вот появился. Как? И должны детям рассказать. Это может быть даже священник в рясе может быть. Окончил это самое, естественно, и духовную семинарию, и параллельно, если там не будет специальных, вот дополненной семинарии, там должна быть биология. Вот даже так. И в школу объяснить детям. Не только рассказывать это про Адама и Еву. Нет. Рассказывать то, что мы, слепые котята, мы перед нами такие чудесные примеры, чудеснейшие, невероятные примеры. Такое, что не могло это быть случайно. А раз не могло быть случайно, значит, чье это создание? Может быть, мы не так Бога трактуем, там старичок на облаке сидит, но это такие юрнические, сами знаете, эти рисунки. Или для издевательства изображает Бога с этим самым с кольцом и сидя на этом, на облаке. Вы понимаете, как можно и вот именно так подвести к этому человеку, а потом сказать, вот так продвигалась история религии. Вот так мы отстали, потому что там не разрушали церкви, а мы свои разрушили. Мы отстали на сотни, на тысячи лет не в интеллектуальном развитии, нет, наш вот он, гений, всепланетный гений. Не в интеллектуальном развитии отстали, а в нравственном отстали. А чтобы вернуть нравственность, надо начинать с нуля, с детей. Тех детей, которых сейчас мы на школу, на улице не выпускаем, чтобы их кто-нибудь пьяный не задавил, или кто-нибудь ее не украл, или не это, не искалечил. Представляете, до чего мы дожили? Нужна новая школьная программа. Совершенно новая школьная программа. Наполнить ее духотворенностью, примерами. Вот. Сатурн, кольца Сатурна не могут существовать. Что за механизм, что он существует? Угловые размеры Солнца и Луны одинаковые до миллиметра. Не может этого быть. Луна повернута одной стороной, как бы ее не били. Не может она все время одной стороной. Она вращаться должна. Она как единый механизм с Землей. Кто это сделал? Что за высшие силы? И не тот Бог, который на этом самом, чуть сказал, на лавочке сидит, который на облаке сидит. Наполнить содержанием. Вот, вот ради вот этих детей наполнить содержанием вот это. Вот с этого начинается все. А потом вбивать башку, что такое нравственность, что такое действительно не укради. Старух миллионами обманывают, стариков сейчас. Не убей, я бы их сейчас врать не буду. Я бы первый же, кто попался, кто у старушек выманил деньги, сейчас это легко делается. У каждой старушки есть этот... Как он называется-то, это самое? Вот такая штука, вот. О, память, уже забыл. Карточка. Вот.
и нищета. Вы представляете? Представляете, что я железо у старушки выманил 1000 рублей, 10, 100 тысяч рублей. Кто-то всю жизнь себе отказывал. В лекарствах во всем. Можете себе представить? Но только я учился по другим книгам. Ой, выговорился. Выговорился. Невозможно жить уже в этой, чуть-чуть не сказал, в этой стране. Ведь что дальше-то будет-то?